Станция существует больше века. В прошлом году ей исполнилось 120 лет. Данные о погоде здесь собирают каждые 3 часа. Измеряют температуру воздуха, земли и силу ветра. На техническом вооружении как классические барометры, термограф, так и современная автоматическая станция, которая измеряет погодные данные с точностью до сотых. Сбор информации производится круглосуточно, то есть независимо в ночь, день, это ежечасно, даже можно сказать ежеминутно. Отсюда от нас сразу идет, оно идет в Краснодарский гидрометцентр и Ростовское ОГМС и Москву. То есть непосредственно сразу попадает на синоптика. На основании этих данных, то есть это у нас станции, 35 станций, на основании этих данных делают уже синоптики, прогнозируют погоду, то есть продвижение циклонов, антициклонов. Как рассказали нам в метеостанции, несмотря на довольно пасмурный март, средняя температура воздуха даже выше климатической нормы на 4 градуса, а вот апрель ожидается прохладным. Хотя временами температура будет подниматься до 17-19 градусов тепла. Однако метеорологи советуют принимать любые капризы погоды, ведь известно, что ее плохой не бывает, и сделать свой день чуточку теплее и светлее во власти каждого человека.